некие сомнения, но большая надежда. О май гад, был. Блин, ну зачем так затянули? Вот это радость, вот так бы всегда делали. Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас будет обзорчик Fix Price Хэллоуин. И не только. Чтобы вы не думали, что только с Хэллоуином связано. Я, блин, набрала такие прикольные вещи на Хэллоуин. Мне кажется, что именно их классно было бы затестить, открыть, распечатать, померить, показать вам, как оно смотрится, чтобы вы уже, может быть, подбирали идеи для Хэллоуина для себя. Потому что мне кажется, что что-то интересненькое в Fix Price в этот раз я приобрела. В общем, кому интересно, оставайтесь со мной. Вот такой вот пакетик. У меня небольшой пакетик, но мы все померим, все заценим, все затестим. Первое, что я хочу, это вот такой вот паричок открыть, потому что мне он очень понравился. Я взяла уже даже резиночку, вот. И сейчас я хочу его надеть. На фотографии он выглядит очень густым. Я еще подумала, интересно, рога можно будет потом оторвать? Ну, скорее всего, нет. Мне интересно, ну, вот он как на фото или нет, да? В любом случае, пару видосиков можно будет снять. Я даже оделась, как видите, немножечко так под паричок, под этот. Честно, у меня есть некие сомнения, но большая надежда по поводу того, что он реально такой вот густой. Смотрите, он находится в сеточке черненькой, тоненькой. Это хорошо, говорит. О какой-то заботе о волосах. Так. Посмотрите, как мне черный цвет, в конце концов. Блин, вообще такие рога. Страшно сразу стало. Так, на резиночке он здесь. Вроде бы достаточно густой. Вот здесь прям резиночка такая по периметру. Вот она. Сейчас вам покажу. Вот так прям. Опа-опа. Видите, тянется. Так. Ну и что? Достаточно густой, я вам скажу. Блин, вот прям рога бы убрать. Милая, ну-ка отстань, волос. Ля, схватила вот эту штуку и жрет уже. Волосы сыпятся, май гад, был вообще конкретно. Просто столько волос уже на бляшках моих. Ох, ладно, давайте я сделаю хвостик. Вот так вот делаю хвостик. И, ну, это не так, что я прям так буду, да, если делать. Я буду, конечно, более там прятать все это дело. И одеваем на резинке, никаких застежек. Одеваем наш парик. Ну, давай. Так. Это все назад. По-моему, не идет, да? О, господи! Господи! Вот это неприятный момент, когда лезет все в лицо. Так. Рога теперь освободить надо. От волос. Что тут нафигачили, напортачили? Это челка. Это все челка. Вы не против, если я пойду в зеркало схожу и вернусь? Ну, наконец-таки. Ну, более мы уложила. Только прическа все равно не такая, как там, да? Либо ее надо прям вот как-то уложить, выровнять. Рога немного падают, как бы такие, знаете, как бы с глаза хочу убрать чуть-чуть. Но как бы вот таким мы сегодня с вами будем, рогатые. Так, ну, в принципе, мне нравится. Тут, конечно же, шишка моя торчит, ее надо прятать хорошо. Вот, резинка эта, так как вот, знаете, не фиксируется, еще бы ее зафиксировать какими-нибудь шпильками. Да, шпильками. Не совсем я довольна, честно говоря. Это реально какая-то одноразовая акция. Еще и надо его вот как следует там зашпилевиливать. Но сегодняшнее видео мы проведем с вами так. А вы напишите, как мне черный цвет. Короткие, длинные мы как-то с вами уже тестили. Дальше мне показалось очень интересным вот такие вот... Чё с моим словарным запасом? А вы, наверное, думаете, да, Силе, тут так всегда, пора привыкнуть. Нет, не всегда, девочки. Чулки, да. Мне понравились они, смотрите, они в кровавые такие, типа медсестра вся такая кровавая. Я хочу их сейчас померить. Один размер у них идет, но мы посмотрим, насколько они там маленькие, не маленькие, большие, небольшие. Сейчас померю, посмотрим. Давайте откроем их. Беленькие вот такие они, достаточно яркие. Мне кажется, если в таких пойти в клуб, ла-ла, скоро помощь, то очень даже эффектно будет. Давайте одевать. Я, конечно, не в платье сейчас таком, чтобы, знаете, прям одела, будет красиво. Но здесь, например, такой плотный. Блин, он очень плотный.
Он будет сейчас мне ляжку всю, просто вы увидите весь мой цилик. Нет. Сейчас я посмотрю. Хотя пофиг. Покажу вам, если что. Блин, ну зачем так затянули? Так. Хотя нет, терпимо. Но перетягивает все равно. Вот в клубы я, честно говоря, так не пошла бы. Сейчас второй одену сразу. Потому что немного ляху перетягивает. А зачем? Зачем с перетянутыми ляжками? А второй как будто короче. Что за фигня? Ой, встаем. Так, ну ладно вам смеяться. Вот такие, в общем, чулки. Какие-то они не секси, да, по-моему? Во-первых, они какие-то не чулки, а голь. В общем, вот такие вот. Вот такие вот. Вот здесь вот перетягивает чутка. Вот прям. Сало вывалилось, да? И они какие-то коротковатые. Кайф, чтобы было бы вот так, наверное, да? Ну, даже не знаю. Может, чисто поржать? Куда-то. Дальше поехали. Блин, а у меня еще одна прикольная штука есть. И, может быть, ее нужно было бы ободком одеть. Да, наверное, я ее тоже сейчас вот здесь вам открою, затещу. Ну, наверное, последнюю мы сделаем. Здесь как ободком. На фотке нарисовано очень эффектно у мужика, типа топор в голове прям. И мне кажется, будет достаточно эффектно, знаете, там фотку сделать на Хэллоуин, ну ближе к Хэллоуину уже, да, сделать фотку. Тогда в конце я сниму парик, и мы с вами вот это вот померим. Дальше вот интересненько, светится в темноте. Это вот такое украшение. Украшение состоит из вот такой красивой штучки, которую мы на лоб вот сюда вот, да, делаем. Но если я сюда сейчас сделаю, то, блин, ну все закроет, испортится, как бы, не кайф. Ёлочка. На лбу. Вот. И вот такие две штуки, которые под глаза. Вот мне кажется, что в принципе даже одной этой наклейки может даже достаточно для того, чтобы пройти фейс-контроль куда-нибудь в клуб. А и вы остаетесь красивая с укладкой какой-то, да, и при этом у вас здесь в темноте светящиеся штуки. Ну, хотя клубы сейчас у нас позакрывали, я не знаю, как у вас, напишите, у нас уже позакрывали клубы. Караоке работают, но посадка там через один столик, Хэллоуин. А что готовится к Хэллоуину? Сейчас уже к Хэллоуину все точно позакрывают. Ну, короче, мне показалась эта штука прикольная, сейчас мы ее возле света поддержим, и потом я вам покажу, как оно реально светится в темноте, насколько сильно. Пока вот сейчас положу, пусть светится на свету здесь. Ставлю сюда, если что, видосик. Блин, смотрите, как светится в темноте. Обалдеть. Ой, сейчас я еще выключу свет дополнительный. Очень круто. Блин, я хочу куда-нибудь прям сходить вот с этим украшением. Оно мне очень нравится. Красивое. Дальше с Хэллоуином все, мы закончили. Я немножко купила, потому что я к Хэллоуину, к празднику, вы уже знаете, отношусь очень посредственно, как бы, не знаю, куда-то идти, наряжаться в этот день. То есть это не какой-то такой особенный день. Я даже в Новый год, блин, никуда не хожу. Поэтому Хэллоуин это так. Чисто вот видео снять, наверное, какое-то, да, и что-то интересненькое купить. А вот эта сама идея пугать кого-то, да, там, или одеваться во что-то страшное, такое кровавое, топоры, все дела. Ну, не знаю. Только потому, что все этим занимаются, такой ажиотаж, это как бы актуальная тема там в какой определенный день, то можно снять какое-то коротенькое видео, смешное там или это, но вот так, чтобы если бы я не была блогер, да, и заниматься всем этим, не знаю, честно говоря, не знаю. Может, конечно, оно прикольно, в клубы, знаете, пошла ты в клуб, вот такая ты одинокая, да, нарядилась ты как-то эффектно, пошла в клуб какого-то своего Дракула искать, да, ну, может быть, а так в целом, не знаю. Так, я взяла для своего второго канала, девочки, это у нас будут отдельные обзоры, поэтому призываю, если вы еще не подписаны на мой второй канал, обязательно подписывайтесь. И что мы там будем тестить? Во-первых, в Пикспрайсе появились вот такие пилинг-пзды. Пилинг-пзды. Точнее, пилинг-пэды. Это я так прочитала просто сначала, сама долго ржала. Обновляющие с VHA кислотами. Короче, у меня есть вот такие пилинг-патчи с кислотами. Их наносишь на личико, как бы, да, там утром, вечером или даже утром только. Рекомендовано для вечернего применения 2-3 раза в неделю. А, у меня вообще каждый день можно было пользоваться. И на самом деле мне нравится эффект от них. Но это я расскажу вам в отдельном видео. Я даже их покажу вам, сравню, как бы, да. У меня они, наверное, уже даже пропали, там, срок годности, чтобы посмотреть. Короче, я увидела в Фикспрайсе вот такие, решила взять затестить, как они работают. Потом вот такую вот масочку новую, альгинатную я нашла. Здесь у нас порошок, да,
Там есть три вида. Одна омолаживающая, другая, ну вот лифтинг, кстати, я взяла. Потом какая-то там что-то еще делает и что-то еще делает. Вы поняли, да, меня? Короче, вот такую я тоже сделаю отдельное видео. И можно сделать скраб-смузи для тела, полирующий тоже. Мне кажется, он очень вкусно пахнет, вот так вот выглядит. И мне хочется отдельные обзорчики на все это сделать. Ой. Ох. Честно говоря, у меня руки никогда не доходят до того, чтобы сделать себе какой-то скраб, там лишний раз сделать маску. Поэтому я очень радуюсь сделать отдельные обзоры на какой-то один продукт. Потому что это вот я сяду, болтаю с вами, что-то делаю. Приятное с полезным, понимаете? И снимаю, и делаю маску, и болтаю. Так, ну и что у нас еще? Машинку я купила в Денке. Вот какая-то новая машинка там появилась. Есть синие, зеленые, желтые. Вот я уже вижу. Такая машинка-трансформер. Она достаточно тяжелая, я вам скажу. Сейчас мы ее откроем и Деньки уже закажем. Закажем, я хотела сказать. Ой, я надеюсь, не надо мне будет искать батарейки, блин, сюда, девочки. Походу надо. Машинка со звуком и светом. 199 рублей. Откроем. О, не надо! Смотрите, здесь вот такая штучка есть. Ее вытаскиваешь. Блин, вот это радость. Вот так бы всегда делали. Какой-то человечек там, видите, внутри. Ну, давайте. Вместе открывать. Что, нажимать куда-то надо? Все? И что, дальше открывать? Все? Что-то я не поняла. Ну-ка, давайте на картон. Вот так. На кнопку нажимаем. А, вот так вот. Все. Ну вот и едет он вот так. В общем, такой минимальный набор. Но я думаю, Деньке будет интересно. Дэнни! Дэнь, смотри. Машинка тебе. Нажимай на кнопочку вот сюда. Нравится? Бери. Иди играй. Все, пошел, мальчик. И дверку закрой, зай. Влекся машинкой, двери не хочет закрывать даже. Так, ну и что? Следующее, это у нас вот такой вот последний, да, продукт. Такое небольшое количество, небольшой обзорчик у нас будет. Последний продукт мы с вами сейчас откроем. Снимем паричок и посмотрим, как это смотрится на голове. На паричок. О, свобода, прям свобода. Немножко подрезать надо челочку. В целом, мне кажется, прикольно. И фотосессию можно сделать, и прямой эфирчик провести на Хэллоуин. Или и в Инстаграме можно провести, и в Ютубе. Прям на Хэллоуинчик. Классно будет. Так, мне не испортилась укладка тут. Так. Ну и распечатываем с вами наш тупор, как он тут сделан. Так, он отдельный. Отдельно ручка пластиковая, отдельно такая штука. И отдельно у нас ободочек вот такой вот. Давайте это все нацепим сначала. Так, так. Да? Нелегкая задача оказалась. Тут прям пазлики надо вставить. Все, примерно что-то сделала. Теперь давайте. Вот так. Открываешь? Слушайте, ну прикольная штучка. Фотку можно какую-нибудь сделать в инсту. Да что маешь? Ой. Это я уже фотку вам, да, как она будет? Ну, короче, вот такая вот прикольная. Держится еле-еле на моей маленькой голове. Видимо, это для большой головы.
В общем, ну, прикольная вещица, на самом деле, прикольная. Все, мои хорошие, вот такой был коротенький маленький обзорчик. Напишите, что вам понравилось из того, что вы увидели и хотели бы, может быть, приобрести. Все полезные ссылки я оставлю под видео. Обязательно ставьте мне лайк и подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Также подписывайтесь на второй, чтобы не упустить новые обзоры и все такое. Также на моем втором канале я ходила в Fix Price и снимала больше товаров с Хэллоуина, практически все товары новинки с Хэллоуина, которые есть на моем втором канале и видео уже на канале. Поэтому обязательно проходите, подписывайтесь, ставьте лайки, мне будет очень приятно. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока-пока!